Ф, Р2, АВ2. АВ2, Фринс, Линьюн, часть вторая. Парт 2. Найдите и устраните командира Дрейка. Цели 1, голова запада. Двигайся на запад. 2, найдите командира Дрейка. 3, устраните его. Видишь, Дрейка надо ликвидировать. Подсказки. 1, оставайтесь в живых. Так. 2, работайте в команде. Важно. Карта, сделанная в 2005 году. Карта преобразована для АВ-2 в 2011 году. А вот, карта, сделанная в 2005 году Даркона. Карта преобразована для АВ-2 в 2011 году. СГМ, Даркон, Солдер. 44. В общем, переделана из АС-4. Это, короче. Вот идти надо будет на запад. Точки А, Б, С, Д. Е, Ф, Ж, Х и Г и К. Многовато точек. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать точек. Цель убить Дрейка. Опять дождичок идет. Так. Что это, наш чувачок? Какие-то, слушай. Какие-то платформа какая-то непонятная. Да, такой вид. Вот тут, слушай, тут стоят эти вездеходы, чем мои. Как бы она, слушай, оно как продолжение, видишь? Кончилось оно в той, какого-то городка небольшого. Давай, берем точку Б. Удаки. Ну так, а вот АТВ у нас. Ты чё, охерела? В стороне угля. Так, подожди, давай-ка сейчас позырим. Вот зона очерченная. Там тут как таковой точки АТВ и нет, да, сразу точка Чарли. Так, ну-ка. Колодай, вот падают. Блять. Надо бы захватить, не надо бы то. Суки. Что? Суки. Так, все, я взял. Все, точка С взята. Сука. Стрелы, гады. Гаденыши вы такие, гаденыши, змеёныши. Эй! Говно. Гвардейцев, падлы, вызвали. Блять, чё, охуело? Вон. Какая-то там платформа странная. Не знаю. Да пизда, сука. Точка-то где-то совсем рядом. Ну чё, они так и будут тут ебаться. А вот точка Д, шага. Куда ехать? Так, всё. Захватываем. Чё, они тут что-то совсем рядом. Единственное, что мудаков такой, а чё, точки-то совсем рядом, 40 метров, тут была совсем рядом. Ну, захватывай. Вроде никак особо-то и не мешает мне захватывать точек не будет. Наверное, наверх надо будет на платформу залезть. Так-с, половина сделана, две трети сделаны, сейчас. Так, ну чё, народ?
Так, точка Е захватывается. Это граница зоны операции. Ну, короче, захватываем. Пара короткая получается. Я думаю, это какая-то вообще короткая будет карта. Ну, сейчас посмотрим. Считаю, что половину я держу. За 5 минут я практически половину. ВС-4, они такие карты-то, в общем-то, не особо сложные. После АВ-2 это так себе. Сейчас захватили. Три точки взял вообще на ура. Так. Они там, слушай, а ну вот, совсем рядом. По 30 метров надо брать. Особо старайся не влезать в бой. Да. Долбоёбы. Ка. Мало получилось. Такой лес будет стоить. И вот есть прикольная карта в карт-папчике. Нет командных точек. Надо лес прочищать. Это, в принципе, классная была бы даже для одиночных игр. Ну, захватываем. Пустой очень лес. Вот это лес тут похож на эту штуку. Все, окей. Теперь к точке Ж. Ну, тут чуть подальше. Метров 40. Пизда, пизда, пизда. Кто-то тебя увалял. Так, точка F. Говно! Убила. Вот сука. Мыльная мудила. Так, что тут? Ты пидорасы, вы пидорасы. Ты, блядь. А точки-то совсем рядом. Чё, совсем рядом точки-то. До следующей точки. Блядь, надо было взять. Сгорел. До следующей точки. 16. Стреливают гады. Да, гранату что ли? Короче, сейчас захватим точку уже. Такая небольшая пробежка по лесу. А может, наверх не надо даже вниз. Там в конце главарь не прячется. Так что взято. Теперь гейч пробежали. Ничего, охуел. Вот там-то тут дохуя. Лежу покатаются. Да, стрелку я снял отдельный заход. Вы как наверху какая-то платформа. Ну чё, эйч взято сейчас практически. Да Джульет вот чуть подальше, и кило еще дальше. Ну сейчас последние две. Чё, две точки, то есть чё, ну вообще охуеть. 7 минут я прошел эту карту, кстати. Хоть и обстреливают, но мне они, как говорится, до фени. Все, прорываемся к точке. И Индия. Я уже вижу точку Джульет. А что дальше? Все? Ты, блядь! Снайпер. Фактически взятая точка.
Ну, раньше бы я бы долбался на этой карте. Особенно в одиночку, это был бы пиздец. То, что это точка Джульетты. Да блин, ну что делаешь-то? Завалять что ли? Так, вот там два негодяя, давайте их сразу. А, предельно простая как. Стоп, еще мразь. Так, идем. Слушай, еще одна. Друг его. Ты что, дядя? Что, больна, что ли? Так, ну все, к точке G подбегаем. Я побежал, побежал. Там руины, вот там, наверное, гад этот и прячет. Стоп. Тихо, мерил его. Так, ну что, все. Вот тебе и весь лес я прошел под лес под платформой. Можно было бы пострелять, но он там не стоит. Нет, нет, нет. Все, я взял все точки, охуеть. О, блин. Легко, легко. Джипы эти особо не вредят. А, так еще точка К открылась. Точка К еще есть. Кака. Ну, в каку пошли. Каку. Так, стоп, давай, там это заброшки нет. Ну ты. Заткнись. Мне тут какие-то пассивные, поэтому я легко убираю. Ну-ка. Да ты что? Все нормально. По ноге так нормально, нормально. Ух ты, блядь. Сейчас продолжаем, короче. Так, так, так. Побежали. В общем, к заброшечке, когда выйдем. Трухнул вертолет. Ух ты, блядь. А, нет, все нормально, нормально. Так, вот такой видок. Красивый или нет, не знаю. Но, вот гроза начинается. Все, надо туда, к заброшке идти. Так, стоп, там еще один сволочь будет. Убейте его. В конце-то конца. Так, ну нормально. Короче, надо закрепляться в заброшке. Ой, суки, подожди, блядь. Да блядь, он меня зубил, охуеть. Козел. Ну дает. Просто переехал к херам, да еще я там замешкался. У меня все-таки не пулемет, а автомат. Ну идем, идем. Заброшечки брать последнюю точку К. Сейчас тут надо поглядеть, могут еще гады где-нибудь допрятаться, поэтому надо посмотреть. Все, захватываем ее. О, привет. И пока. Привет и пока. Все, короче говоря, идет захват командной точки. Ну, посидим, ждем. Угу. Такая зона операции. Напоминает, я же не знаю, что как. Инфузорию туфельку. Типа, да. Больше всего на это и похоже. Али амеба, али кука, туфелька. Короче, меня тут дико шибануло. Ну, я снова включил. Ну, бывает.
Туда были те там. Тут, короче, крепость у них. Последняя фаза в крепости. Вот, выбила меня, к сожалению. Ну что ж поделать. Давай посмотрим наверху, что творится. Макака. Так, ну тут вертолет рухнул. Пизда, блядь. Ну, короче говоря, что надо делать? Сейчас надо бы зачищать вход и дойти в крепость потихоньку. Ну, я давай через окна хочу это сделать. Что-то не очень все классно. Надо вот поаккуратнее. Так, вот там гады стоят. Давай, ликвидируй. Очень много причем. Такс. Сказал Варвакс. Все, джипы перебил. Тут уже задолбали, катаются и катаются. Так, вон там гадина. Так, нормально. Сейчас, подожди секунду, сейчас дочистим. Так, выходим. А вон эта сука стоит. К ней надо я могу сейчас прямо ее закончить. Сейчас, если я ее грохну, наверное, сразу закончится. Ну, давай-ка их. Я все-таки хочу к нему непосредственно прийти. Поэтому немножко сейчас. Такс. Продлим это удовольствием, как говорится. Под джипы все доступно. Джипы стали доступны. Клево. Так вот. Ой. Завершается эта карта. По сути. Какой красивый, розовато, нежный такой, нежный очень. Розоватый день. Ну, короче, там их дофига, короче, там ничего не делать. Давай, короче, пойдем ликвидировать этого гада, да еще. Они там постоянно возрождаются, какие там туда лезть. Давай. Ой, ой, ой. Ты шо? Ты что вот? Ты плохо, ты поступаешь. Так, ну ладно. Ботва. Давай сюда, сюда. Оп. Я просто ради интереса хочу тут это все посмотреть. Так там можно было сейчас уже кончать. Но все равно. Вот такая крепость интересная. Эй, как три печки напоминает вот эти арки. Крепость трех печей. Можно так и назвать. Командор где-то. Ой, ой. Давай осматриваться. Так, стоп, стоп.
Он там этот дыр. Ух ты, блядь! Он еще и стреляет, сука. Вот он, вот он. Ну привет тебе, дружок. Все, сразу конец, как я и говорил. С гибелью командира. Вся сразу же операция закончилась. Он с ножиком. Джон набирает 681 очко, 108 врагов. Вторая часть квадрологии «Друзья Реньона» закончилась.